Говорят, это одна из самых жестких колоний в России. Может быть, поэтому сюда перевели. А там условия, дай бог, выйдет живым. Но здоровым он оттуда не выйдет. Пока Путин не успокоится, ничего хорошего не будет. Все от него исходит. Для нас не важно, где он сидит. Самое главное, чтобы он сидел за свои деяния, так сказать.